вообще никогда ни на что не хватает, на самом деле. И это каждый день ты просто жонглируешь своим графиком, какими-то событиями. Там, я не знаю, у ребенка первое выступление в музыкальной школе, а у тебя маникюр, окей, от меня маникюр, идем на выступление, прячем руки в карман. Или у тебя прямой эфир на радио, а у ребенка утренник в новогодний. Вот всегда перед выбором. Да, понимаешь, и тебе надо идти на эфир, а утренник снимет мама друга по классу, и ты и пришлет тебе видео. Ну вот так вот каждый день ты просто балансируешь. Какого-то у меня нет идеального решения, я считаю, что его и в принципе нет, знаешь.